Կալա եթերում կարևորի մասինն է, բարև ձեզ, տաղավարում այսօր մենք զրուցել ենք քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Իսկանդարյան, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Ձեզ շնորհակալ։ Մենք զրուցում ենք այն պահին, երբ Մոլդովայում տեղի են ունենալու հնգակոմ բանակցություններ, այնուամենայնիվ հայտնի չէ դրա ելքը։ Մոլդովայում տեղ ունեցողին մեր սպասելիքներին դեռ կանդրադառնանք, բայց Մոլդովան հաջորդեց Ռուսաստանում տեղ ունեցած բանակցություններին, որը կարծես ցախողվեց, տապալվեց ու ըստ էության տեղ ունեցավ այն, ինչ տեղ ունեցավ։ Ռուսաստանում կայացած հանդիպումից անմիջապես հետո մենք լսեցինք Ալիևի հոխորտանքները ուղղված Հայաստանին, ուղղված Արցախին։ Վերլուծենք, հասկանանք, ինչ տեղ ունեցավ Մոսկվայում եւ ինչու, եթե ասենք Ալիևի հռետորաբանությունը փոխվեց, ոչ, այնուամենայնիվ նա ավելի այսպես հաստատակամ մոսկովյան բանակցություններից հետո իր ելույթում որոշակի շեշտադրումներ արեց, որ մեզ համար չափազանց մտահոգիչ են, ինչու։ Знаете, я не думаю, что в Москве произошло что-то разочаровывающее для меня, например, потому что я, в общем, и не очаровывался. И ждать от встречи в Москве, что там будут какие-то прорывы, было бы не очень разумно, равно как от предыдущих встреч и от будущих встреч. И в Молдове, в Кишиневе ничего особенного произойти не может просто. Это будет очередная беседа, очередной шажок, очередной сантиметр, очередное движение по тому направлению, по которому мы идем. Но серьезных изменений ждать сейчас просто, на мой взгляд, невозможно, чтобы там кто ни говорил. Что касается поведения официального Баку или Азербайджана, или Алиева, как угодно это называй, оно довольно понятно. Просто нужно для того, чтобы это понимать, обращать внимание не только и не столько на то, что официально Азербайджан говорит, сколько на то, что он делает, и это выстраивается вполне понятную, более того, довольно рациональную стратегию. Это не тактика, это стратегия. Это давно принятое Азербайджаном явно решение, и решение это давить на Арцах и на Армению различными возможными для них способами. Это давление дискурсивное, вот то, что Алиев все время говорит. Карабахской проблемы нет, Карабаха нет, там людей не осталось, там Карабах – это часть Азербайджана, не о чем тут разговаривать и так далее, и так далее. И возвращение в Ереван, там Севан – это азербайджанская земля, я не знаю, ну и так далее. Да? То есть вот дискурсы, то, что он говорит. Между прочим, работает в Армении, я бы сказал, на армянское поле информационное это влияет. Второе – это эскалации. Постоянные время от времени возникающие эскалации, стрельба, заложники, да, вот это вот все, что тоже продолжается, и более того, это синхронизируется с другими элементами. То есть это видно, причем это уже 30 лет так на самом деле. Просто граница была в другом месте, мы с азербайджанцами были в других позициях, но политика, в общем, довольно понятна. Ну пусть не 30 лет, пожалуй, ну 20. Середины 2000-х, наверное. Затем следующий метод давления – это блокада. Разные формы блокады были, начиная с окончания Второй Карабахской войны. Но мы же помним, вот, как это все происходило, как постепенно ужесточалось. В декабре был поставлен КПП, контрольно-пропускной пункт, я не оговорился, именно в декабре, потому что то, что название было другое, какие-то там активисты, я не знаю что, но реально это был контрольно-пропускной пункт. Они кого хотели, пропускали, кого не хотели, не пропускали, и они руководились из Баку, да, эти люди. Затем этот контрольно-пропускной пункт передвинулся и формализовался, он стал официальным, все дороги объездные были обрублены. И это давление продолжает оказываться на нас сейчас. Ну и дипломатическое давление через разные третьи страны. У Азербайджана нет прямых дипломатических отношений с Арменией. Соответственно, это делается через третьи страны, как то европейские страны, Америка, Россия в данном случае и так далее. Ничего нового. И это форма давления.
И это попытка добиться тех результатов, которых Азербайджан хочет добиться, разных, используя разные инструментарии. И это, ну, не вполне точно так говорить, но это продолжение войны другими средствами. Войны не в том смысле, что обязательно стреляют, могут в какой-то момент и не стрелять, а войны в том смысле, что это соперничество, это попытка добиться от противника сдачи. Это не поиск консенсуса, потому что если идет какой-то переговорный процесс, это было до 2020 года, да? Искали консенсус, что-то предлагали Армении, она отказывалась, что-то предлагали Азербайджану, он отказывался, в чем-то соглашались, в чем-то нет, не нашли в итоге, это все не получилось. Но неважно, это был такой процесс, в котором пытались найти решение, которое, ну, устраивает обоих или не устраивает обоих, как угодно, да? Это есть переговорный процесс. Тут то, что выдвигает Азербайджан, это ведь не консенсус, это ультиматум. Сделай так, иначе буду стрелять. Мен կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանի պահանջները եւ արևմուտքն է լոյալ վերաբերվում այսօր Ադրբեջանի սպահվածքին, հաշվի առնելով արևմուտքի արձագանքները եւ Ռուսաստանը, այսպես երկու կողմից ինքը ունի սատարում անել այնպես, ինչպես ինքն է կարող։ Азербайджанские требования двигаются, они не всегда одинаковые. Они что-то получают, сразу хотят еще чего-то. Когда имеют возможность, они достигают большего, чем они могли достигнуть ранее. Да, предположим, резко изменилась ситуация после начала украинской войны. Они увидели, что они могут больше. Все эти разговоры, почему Алиев так делает, потому что может. Потому что может себе позволить. Соответственно, они двигаются. Назвать позицию всех лояльной к тому, что хочет Азербайджан, нельзя, потому что на уровне слов, на уровне всяких заявлений и так далее, ну, говорятся все более-менее правильные слова, да, что стрелять нехорошо, что мир лучше, чем война, что убивать людей неправильно, что переговоры надо, что мир, к миру нужно идти за столом переговоров, а не стрельбой в людей. Это не хватает, это называется... Если говорить так, политико-дипломатические методы, их не хватает. Они не работают, потому что господин Алиев прекрасно понимает, что других методов применять не будут. А если других методов применять не будут, то он делает то, что может. Не то, чтобы это принимается с удовольствием, нет, это не так. Ну, например, вы спросили про Россию, да, но очень много из этого давления оказывается непосредственно на Россию. Не на армян, а на Россию. Это основной вид давления сейчас, да? То есть их отрывают от способа влияния на ситуацию, так вот, оттягивают, да? Ну и так далее. Там, ну, европейцы мониторов хотели вводить в Азербайджан тоже, им просто не дали, и все. Не так, чтобы все счастливы, но, ну, терпят, но что делать? Терпят ту ситуацию, которая есть. И поэтому она продолжается, и я думаю, будет продолжаться. Пан Искандеран, ка айсписи картик, вож ըստեղության արևմուտքը Հայաստանին, այսպես հաստատակամորեն տարավ դեպի կապիտուլյացիա. Կիսում եք այս կարծիքը, թե ոչ, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսը նախընտրել է բրյուսելյան կամ արևմտյան ֆորմատը բանակցությունների, սա էր մեր ամենաառանցքային սխալը, ի սկզբանե, երբ մենք համաձայնեցինք այդ հարթակում, այդ ֆորմատում շարունակել բանակցությունները Ադրբեջանի հետ, որովհետև ակնհայտ էր, որ արևմուտքի նպատակը ոչ այն է խաղաղություն հաստատելն էր, այլ Ռուսաստանի դարձաշրջանից դուրս բերելն էր։ Вы знаете, ну, я скажу скорее нет по нескольким причинам. Первая причина, потому что капитуляция – слово окрашенное. Капитуляция – это слово со знаком минус. Я не могу говорить плюсами и минусами, да, нужно, мой профессиональный дискурс – это описывать ситуацию, пытаться ее представить такой, какой она есть. Позиция Армении тоже двигалась. Она двигалась от того, что Арцах – это Армения и все, и точка обычно это переводят, да, на русский язык, я верчу.
до позиции, что Карабах – это часть Азербайджана. Она двигалась, она не стоит на месте. Второе, а что вы предлагаете? А вы думаете, что если бы не было переговоров, Азербайджан бы вел себя по-другому? Вот если бы Армения отказалась вести, во-первых, я не очень вижу на практике, как это возможно было бы. Во-вторых, если бы Армения вела себя другим образом, что бы изменилось? Азербайджанцы бы перестали нападать, не ставили бы КПП, не заходили бы на территорию Армении и так далее, да, не занимали бы там какие-то узкие территории, это все было бы, может быть, этого было бы больше. Да. В-третьих, капитуляция – это все-таки термин, означающий несколько другое, чем то, что происходит. Повторюсь, армянская позиция двигается, она не стоит на месте, двигается она в зависимости от, во-первых, возможностей, а точнее отсутствие возможности. Да, во-вторых, давление. Оказывается, давление, власти вынуждены реагировать. А что делать? Ну, надо смотреть в глаза реальности. Ситуация такова, как она есть. И Азербайджан давил, будет давить, если будет иметь эту возможность. И в зависимости от того, чего он будет добиваться, он будет пытаться добиться следующего. Это же совершенно очевидно. Բոլորը խաղում են բաց խաղակարտերով, կարծես։ Ադրբեջանը, ինչպես նշեցիք նաև, բացայտ ասում է, ինչ է ուզում, եւ մենք տեսնում ենք, ինչ է ուզում, ինչ է անում, դեպի ուր է գնում, ինչ նպատակներ ունի եւ այլն։ Գիտենք Ռուսաստանը այս փուլում ինչ է ուզում, ստեղծված իրավիճակում իր համար, իր ճակատում ծանր իրավիճակում ստանալ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կամ Թուրքիայի գլխավորապես լոյալ վերաբերմունքը, ինչ է ուզում Ադրբեջանը, դա գիտենք, դուրս բերել տարածաշրջանից Ռուսաստանի դաշնության ազդեցությունը նվազեցնել, եթե հնարավոր է ինչու՞ չէ երկրորդ ճակատ բացել եւ այլն, սա արևմուտքի ուզածը, մեզ համար հասկանալի է, թե ինչ է փնտրում Հայաստանը Բրյուսել, Վաշինգտոն, Մոսկվա խաչմերուկներում եւ ումից է ակնկալում անվտանգության որևէ երաշխիք կամ երաշխավորի կամ երաշխավորի ինստիտուտի այս բարդ իրավիճակում. Более-менее понятно мне, что хочет Армения. Под Арменией давайте мы договоримся, да, мы будем иметь элиты, политические элиты, то есть тех людей, которые решают в политической сфере, какое направление Армения будет избирать. В условиях после поражения и после начала украинской войны Армения пытается сделать какую-то контаминацию, сочетание двух вещей. Первая вещь – это компенсировать свою неспособность обороняться или держать свой интерес какими-то гарантиями каких-то внешних сил. Каких внешних сил – это второстепенно на самом деле, как какую-нибудь силу, которая лучше будет нас защищать, мы изберем, и тогда ситуация станет хорошей или там лучше. Неважно, кто это, да, с моей точки зрения, неважно, да, будь то Америка, будь то Европа, вот это часто говорят, не очень я понимаю, что это такое, правда, ну ладно, будь то Иран, будь то кто угодно, это хочет, кстати, далеко не только элиты, этого хочет и общество, это мы видим по социологическим опросам. Какой-то там твит написал Макрон, что-то там сказали иранцы, и прыгает у нас популярность Франции или Ирана. Что-то там сделали, или точнее не сделали русские, падает популярность России как защитника и так далее. То есть первая составная часть этого – это найти какую-нибудь внешнюю гарантию для существования Армении в безопасности, в идеале и Арцаха, но, по-моему, с этим уже хуже. Вторая составляющая, они действуют вместе, это не отдельная вещь. Вторая составляющая – это обеспечить уменьшение рисков или даже исчезновение рисков, чтобы ситуация была мирной, тем, что Азербайджан возьмет то, что он хочет, и подпишет об этом бумагу. Да? Это примерно то, что премьер-министр Армении, я имею в виду Пашинян, говорил, когда он говорил о кадастре. То есть речь, метафора на самом деле неплохая. Да? Речь о том, что найдется кто-то, что такое кадастр, да? Ты идешь в некое учреждение, которое свидетельствует, что эта квартира принадлежит тебе.
И из этого следует, что если эту квартиру у тебя будет кто-нибудь там, я не знаю, отнимать, кто-то на нее претендовать, кто-то в нее входить и занимать там комнаты, то ты пойдешь в полицию, скажешь, вот в кадастре написано же, что это квартира моя, давайте сделайте так, чтобы этот человек из моей квартиры вышел. И полиция это сделает. Ну, в идеале, да, так, суд какой-нибудь там будет, я не знаю. Полиции нет. Не существует в мировых отношениях полиции. Мировое, ну, вот, международные отношения – это функция согласия стран что-то делать или не делать. Да? Это как если бы в обыденной жизни право было бы функцией, то есть результатом согласия уголовника, жертвы, прокурора, адвоката и полицейского. Вот согласились они, тогда они будут что-то делать. Не согласились, то не будут. Вот международное право так работает. Да, это функция согласия стран. Соответственно, вот когда у нас наступает вот эта ситуация, в которой есть два типа работы, то есть пусть кто-то защитит нашу безопасность, и для того, чтобы кто-то защитил эту безопасность, нам в кадастре должны это дело зафиксировать. Кто в кадастре зафиксирует? Азербайджан. Мы признаем территориальную целостность друг другу. И это то, что пытается сделать Армения. Это не разговор о том, хорошо это или плохо, или получится, или не получится. Я знаю, хорошо или неплохо, но не получится. В мире очень много стран, которые признаны соседями. От Сирии до Украины. И как сильно им это помогло. Или там Афганистана, кого угодно. Да? Любую бумагу, которую подпишет сейчас Азербайджан, она не будет никакой гарантии от того, что Азербайджан завтра не будет продолжать ту же самую политику, которую он ведет сейчас. Мне кажется, что таким образом пытаться достигнуть безопасности, то есть уменьшения рисков или исчезновения рисков, просто невозможно. Разговор не о том, хорошо или плохо, что там ты потеряешь, что не потеряешь, тех целей, которые хотят достигнуть, этих целей таким образом не достигнуть. О том, что вы говорили про других игроков, тоже все на самом деле сложнее. Конечно, Запад хочет вытеснения России из региона. Идет война. Идет война в Украине, это война-то России с Украиной, но конфликт он шире, это конфликт Запада и Украины. И, естественно, постсоветское пространство все люди с Запада смотрят через эту призму, через этот бинокль. Россия нуждается, конечно, в Азербайджане и еще больше нуждается в Турции, а это сейчас с нашей точки зрения, если смотреть одно и то же, но у этого есть динамика какая-то, да, это может меняться каким-то образом. Это часть довольно широкой мозаики и для Запада, и для России, и так далее. Есть ли у вас картиков Москва, Мишкетцер, Хайастану? Хайастану, Марцаху, мы па, куценах кампатеразм, куценах патеразм,